и мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора. Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаемском санцепёке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать. «Левий Матвей?» — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза. «Да, Левий Матвей!» — донесся до него высокий, мучающий его голос. «А вот что ты все-таки говорил про храм в толпе на базаре?» Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок. Был неотразимо мучителен, и этот голос говорил: «Я, Егемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее. Зачем же ты